Финал национального соревнования по робототехнике First Robotics Championship Москва 3.0 пройдет с 18 по 20 марта. Это заключительный этап региональных чемпионатов России, Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. В соревнованиях принимают участие дети от 4 до 18 лет. Всего 300 команд из 45 регионов. Тема чемпионата этого года – грузовые перевозки. В финале соревнований ребята защитят проекты, выполнят командные задания, а также пройдут матчи роботов, награждения и шоу-программа. Победители и призеры получат право на участие в международных чемпионатах. Кроме того, проведут мастер-классы по компьютерной мультипликации, робототехнике, лазерным технологиям, 3D-сканированию и многом другом. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке в описании.